Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня на шашлыки. Как видите, вообще никого нету. Будний день. Да, Керем? Привет. Керем со школы только завалил. Ты туда хочешь? Ну, сейчас Керем переоденется, с тобой пойдет. Да, Керем? Переодеться? Пуговицы расстегнуть. Керем переодевается. Ему одежду взяла с собой, чтобы он переоделся. Мы первые приехали, я с мамой, с детьми. Сейчас приедут сюда Урт с Денисом, с братом, с Катей, с его женой, Саша, Лида, наши друзья, с сыном. В общем, мы решили отметить приезд и отъезд, наверное, Дениса с Катей. Даже не знаю, как да? Сказать. Не знаю. Они любят всегда на шашлыки ездить. Ну и мы тоже, собственно, любим, что уж тут скрывать-то. Вот, поэтому мы... Сейчас Керем придет, переоденется, поэтому ой, мы... Ё-моё! Я, как всегда, все свое ношу с собой. Сегодня, кстати, у нас будут шашлычки, индейка. Замариновала я индейку, причем я ее так с луком замариновала. Вот лук ненавижу, вообще есть просто его никак не могу. Но вкус именно вот шашлыка, например, я люблю. Поэтому у меня сегодня индейка, крылышки, салат оливье я сделаю, вам все покажу. Вот. Надо все, давайте. Пока никого нету, достал тут свою гитару. Я знаю уже где-то 6, наверное, песен, но я их все не помню, мне нужно смотреть, чтобы их играть. Ну и, конечно, я их не идеально прям знаю. Вот, а все мои... Как это правильно сказать, я не знаю. Все мои вот эти вот песни, да, на листах там все записано, ноты какие, все это играть, они все у меня у Ура в гитаре. У нас две гитары, но он свою тоже привезет, попозже мы будем играть. Вот, а сейчас я вам сыграю, что я научилась. Ну, это, конечно, очень легкое, но петь я не могу. Играть и петь это вообще невозможно, мне кажется, пока что на данный момент. Вот. Настя, не носи это, поставь на стол. Тарелочку поставь на стол. Оттуда возьми сыр и дай собачке. Пошла собачку кормить. Поставь на стол, да. То собачка сейчас все съест. Песня, я не помню, как она даже называется. Ну, это, конечно, простая, но с учетом того, что я вообще никогда не играла на гитаре, не умела вообще ее ни держать, ни играть, вообще никак. И сейчас, конечно, это прям вот минимум, что я знаю. Есть тоже такая же песня, она немножечко по-другому играется, вот, ну, насколько я помню, сейчас тоже я вам ее сыграю. Я ее знаю. Так, что еще? Еще есть... Еще такая есть мотив такой. Мне надо смотреть ноты. Приедет Ура, я вам покажу обязательно. И эта гитара очень дешевая. Мы купили самую дешевую гитару, а Ура хорошая гитара. Ой, мне что-то знает. Демир тоже с нами ходил на гитару, но он буквально был на 2-3 занятиях где-то. Сядь, где удобно. Давай вот сюда. Сюда садись. Ну, он одну песню, ту, которую я сыграла, первую знает, и как бы тоже не идеально. И гитара у него другая, она у него чуть меньше, чем эта. Готов? Амэ. Поехали. Thank you.
Все, молодец. Уже поспокойнее играешь. Раньше он быстро, правда. Сейчас хоть это. Птички тебе подпевают там. Керем тоже хочет, я его тоже учила. И один раз он ходил на занятия. Давай. Ты знаешь, где Аме? Ага. Не знаю. Ну давай, как что ты знаешь, давай. А, ну только. Мотив ты знаешь. Давай, ритм, да? Бой. А руками вот так вот не умею. Руками не надо, давай просто так. Просто на бумажке будет там написано. Что... Ладно, бумажки у нас нет с собой, поэтому. Вниз, вниз, наверх, вниз. Забыл? Правильно. Вспоминает, как на листочке было написано, да? Так побыстрее надо. Вспоминай. Ну ладно, давай потренируешься, ничего страшного, молодец. Наконец-то приехали Ур. Ну, правда, быстро, кстати, доехали. Мне кажется, мы дольше ехали. Наконец-то приехали Ур и Саша. Ладно, так. И привезли Дениса и Катю. Да. Еще кошелек. Все верно. Сегодня Ур будет ифтар открывать здесь, на шашлыках, поэтому нужно быстренько есть, все приготовить. Быстренько нужно сейчас, это как обычно, ответственно у нас. А вы решетку взяли из машины, Саша? Саша, решетку. Я ж не знаю, где он там, сейчас я возьму. В красном пакете. Вот, поэтому сразу тут костерчик, углишки. А нету этого? Да, у нас будет, кстати, крылышки. И вот это вот я замариновала индейку. О, какой аромат! Зацени, мам. Индейка. Ага. Да? Дома мы такого не ели. Да, мне кажется, это очень вкусно. Ур говорит, что мелко очень. Мне кажется, как раз таки на решеточке она быстро пожарится. Ну, если не провалится в дырочку. Так как там сеточка маленькая, тоненькая прям совсем. Конечно, какие там дырочки. Слышь, есть пластик в стакан? Да, вот. Нет, чтобы выкинуть. Одноразовые. Вот такие есть. Одноразовые. Да, давай, Кать, желтенькие вот эти, они одноразовые. Вот, Лида еще присоединилась. Белую футболочку одела на шашлыки. Молодец. Ну, типа не белые штаны. Ну, спасибо, а да. Не побеспокоилась о белых штанах. А я взяла розовую кофту. Если заляпаюсь, я сверху одену, и не видно будет. А ну, про то, что жалко будет заляпать. Я просто заляпаю, будет темно. Ого, а вот и бензинчик. Ур, горишь! Ты что делаешь-то? Там багажник открытый. Сейчас еще без кроссовок останешься. Вот тебе и розжиг. Бензин от катера остался. Что ты как хлопаешь, шашлык готов. Он знал, что у него там все есть. А там чуть-чуть у тебя осталось или много? Ну, я так, на всякий случай, интересно, да? Рискануть хочешь? Смотри, как быстро зато. Саня, достал, да, пакет, там зелень была. Да, в принципе, можно это. А, ну да, ну. Вот это. Можно ножик есть один. Зелень, этот перчик, да. Настя у нас тут уже все подъела. Я вот сыр тут приготовила. Огурцы покромсала вообще просто. Вот здесь будем за этим столом сидеть тогда. Что-то вы опять чипсов набрали целый мешок. А творог зачем, простите? Это Саня нам купил домой. Домой, может, машина. Я думал, сырники будете здесь делать. Это наш ужин, ну надеюсь. Саня, а творог зачем ты взял? Будешь сейчас ужинать? Нигде нету там микротворога. Приметил, приметил. Мне тоже не нравится. Вкусно, мне нравится. Не, он мне не нравится. Он как, да вот как раз таки есть, он вообще сухой. Он, да, он кажется. Как мел такой. Делайте сами, вообще какая проблема. Впадло, вот этот купил похоронку. Что там впадло? Так, мы уже практически скоро садимся кушать. Окей. Дети, папа, нюхай. Ой. Ты тоже понюхай? Да, тебе побрызгали тоже антисептиком. Ты будешь кушать? Садись сюда. Сначала дети, потом мы. Сейчас тут крылышки дожариваем. Потом будем индейку жарить. Саня, ты какого года? 91-го.
Ну что ж, сидеть надо, блин. Могу. Я тебе 40 грамм.